Сегодня мы приехали за зерном. Насыпаем сами. Работаем сами. Еще мешки. Вот так это дело происходит. Сначала насыпается, сколько насыпается, а потом ведром досыпаются мешки. Треть кучки уже забрали. Игорь досыпает последний мешок. Вот получилась наша кучка. Сейчас буду подрезать веревочки, чтобы завязывать мешки. Ну и трамбуем и досыпаем из ведра. Мешок трамбанули. Веревочек нарезала. И вот Игорь завязывает. Я завязываю таким методом. Игорь завязывает вот таким методом. Ну и сам справится. Не знаю. Я здесь тогда нахрена. Я связываю так бантики. Бантик, вот так нежно. Теперь покажу, как завязываю я. Я сложу веревочку пополам. Убираю мешочек. Медленнее. Я записываю. Продеваю вот сюда. Фиксельку. Затягиваю. И она очень плотно. Это по-казахстански как-то. Нет. Вот так. И потом тоже можно на бантик. И он... Потом не развяжешь никогда. Хрен развяжется. Смотри, как он развязывается. Смотри. Оп. Все, и он развязан. Фиг он там развязан. Все, смотри. Керп-мерп. Керп-мерп. Вот тебе и все. Просто это херня. Плотно. Мой метод лучше. Нет. Да. Хорошо. Смотри. Все. Часто завязываешь. Я уже 5 бы завязал. Так усердно завязывала шпагат на мешках. Как мне горько, что это горько, кричат мне. Ехали на весы, сейчас взвесимся и поедем. Как это работает, объясню. Вот так это на весах выглядит. До этого мы заехали, взвесились пустыми. Теперь вес на весах показывает полными.